Купальный сезон в Московской области официально стартует 1 июня. В Одинцовском округе будет оборудовано 3 пляжа. Пляж зоны отдыха Рублева, а также пляжи пансионатов «Лесные дали» и «Поляны». На каждом будут спасательные посты с необходимым снаряжением, громкая связь и медпункт. Акватории, предназначенные для отдыха людей, обследуют водолазы, дно очистят от ила и опасных предметов. Для детей и тех, кто не умеет плавать, обустроят отдельные места для купания.